Город Степногорск, учреждение номер 4, где в данный момент находится Марат Жиламбаев. Вот. Правозащитники, члены оргкомитета партии приехали встретиться с руководством и узнать про ситуацию. Со здоровьем, как у Марата. Біздің осы учреждениенің есігіне келдік. Қазір осы учреждение басына кіріп, өзіміздің қойын сұрақтарымызды қоямыз. Марат Жиламбаевтың денсаулығы қалай, қал жүйесі қалай. Сол үшін жаңағы қызметкерге айтты қазір. Кішкене күте тұрыңыздар. Человек 60 лет, он с баскетболем военного на Молдове. Весь Казахстан будет знать, что со здоровьем и жизнью Марата Жиламбаева. Это уникальные, как нет книги рекордов, где в вашем свете. Я Судака Слая, гражданский активист и правозащитник движения «Лимай». Хотела бы обратиться к гражданскому обществу, вообще правозащитникам всех городов, потому что Марат находится в Степногорске, здесь на Голодовке, но вы можете дергать ОНК по своим городам. Марат – известная личность, лидер партии, да, который не регистрирует. Надо искать все филиалы ГМППЧ, омбудсменов, найти в Астане Ластаева Артура, это уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан. Нам надо давление оказывать со всех сторон. Я вот всех обзвонила ОНК, кто по Акмолинской области. Пока что еще никто не приехал. А это уже 2 дня, как я приехала и поставила их в известность. Поэтому у меня большая просьба. Кроме того, что снимаете челленджи в поддержку Марата Жиламбаева, Савы Марат, да? Еще давайте работать в Твиттере. И самое главное, заставляйте работать правозащитников. И вообще, какие есть органы, которые нам могут помочь вытащить Марата. Попутно хочу обратиться к мировой общественности. И напомнить о том, что Марат Жиламбаев сидит незаконно. Его осудили не одно... Обвинение, которое было выдвинуто против Марата, не получило свое подтверждение. Его тупо засудили, тупо, без никакого доказательства, обвинив его в экстремизме. Представляете, гражданский активист, который сказал правду, экстремист. А вот Талибан, международная террористическая организация, которая во всем мире признана террористической организацией, у нас убрались из списка террористических организаций. Это вот такой сюр у нас в стране происходит. Я обращаюсь ко всем международным организациям, международным правозащитным организациям. Казахстан не исполняет требования резолюции, последней резолюции, где имя Марата Жиламбаева указано черным по белому. Освободить незаконно осужденного Марата Жиламбаева. Я требую международной правозащиты помощи и огласки вот этого бьющего беспредела, который творится в Казахстане. В Казахстане нет никакого нового Казахстана, о котором Токаев вот уже 5 лет жует. Нету никакого. Права человека не соблюдаются, не соблюдаются обязательства, которые Казахстан взял перед мировым сообществом.